Я художник Виктория Карташова. Работаю в стиле contemporary, неомодерн, в современном стиле. Специализируюсь на портретах, участвую в многих выставках, были персональные выставки. Сегодня покажу вам, как работать, как рисовать портрет вот в стиле, в современном стиле, в поп-арте. И будем мы рисовать Тора, героя комикса в Marvel. Работаю я акрилом, чистыми цветами, научу вас работать чистыми цветами, научу, как правильно писать картины мастихином. Уровень требуется начальный, поэтому каждый может попробовать, каждый сможет сделать свою уникальную картину.